Вчерашний день полностью посвятил на переселение поросят из теплицы. Мы их переселили вот теперь в уличный такой вольер. Загородили из тех же старых палетов, поддонов, такой вот периметр. И теперь они у нас живут на улице. Вольер им я возвел вокруг кучи, которая состоит из кроличьей подстилки. Там было очень много остатков овса. Он начинает прорастать, и поросята в нем роются, поедают молодые побеги. В самый угол вольера поставили им их будку. Они привыкли в ней жить. Как раз они плотничком вчетвером сюда влазят. Набили им сена. Вот тут теперь их гнездо. Также перенесли им сюда кормушку и поилку. Пускай вольерчик получился неказистый, но зато практичный. Теперь, когда мы переселили поросят, мы можем приступить к демонтажу старой теплицы, убирать все стекла и начать строить новый свинарник. Ну а если посмотреть по общему настроению поросят, то на улице им жить гораздо приятнее, чем в теплице. Они уже с самого утра ходят, роются, хрюкают на всю округу. Поросята сейчас уже очень шустрые, бойкие, а самое главное сильные. Поэтому дверцу, открывающуюся в вольер, я делать не стал. Заходить туда теперь не совсем легко, но и выпрыгнуть оттуда тоже невозможно. А запирается он вот таким образом. Здесь есть половинка палета. Мы ее ставим на вторую половину. Вот таким образом. Берем вот такой брусок. И вставляем его до земли с одной стороны. И второй с другой стороны. Все. Дверь закрыта. Ну, ладушки, я побежал доить козу. Всем пока. А вы пока смотрите на поросят.
Thank you.